А ты что с чемоданами-то? А, тебя выселили? Я ж Пулково. Точно. Все, все, двое. 11 человек. Привет, дорогие. Здорово. Да, может быть, надо да. Привет. Ты молодец. Это чай. Ты там переворачиваешь, а там нарды, короче. Ответы раскрыты. Что? А? Чего тебе там? Вода? Ага. Носа брызжет, да? Да. Я тебя спасу. Да, да, да. Потому что он просто чума. Ярик сразу понятно, куда направляется. Да, 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 да. Блять, а как я тебя доставать потом буду, если у тебя нет? Нет, ничего, я просто не подарю. Ну, окей. Блин, ну смотри, если давай. Что, если что, буду на помощь звать. Деление скорости. Томс дизель. 800 полный вперед. 1000 левый двигатель, полный вперед. Ну, как-то так это было. Нормально фоткай. Да-да-да. Блять, не трогай. Я надеюсь, перила не такие же, как ты. Ну, сейчас проверим. Блять, здесь толкнули, я бы прикольно. Иди нахуй, нахуй. Яся, тут в Тетрис сыграли сверху, смотрите. Тебе фон портит. Я его делаю. Это я вас сберегаю, ёпта. Блин, я же сказал, по кругу иду. Я понял. Вы селфи делаете? Что? Это масло. Пей. Нет. Блять, мне так страшно за телефон, пиздец.
меня похуй. На тебя похуй. Бля, а что с тобой будет? Застрять только сможешь. Голова не пройдет. Как котик, если голова прошла, то есть пройдет. Бля, вот теперь спрашиваю. Короче, такой... Ну, я... Это просто наслаждение смотреть. Надо... Да. Я же тебе говорил. Через полтора месяца. Ехали сюда, да, с обрывами, с погонями. Ко мне? Блять, как ты любишь себя, сука. Он покакал. Короче, я их держал в руках и все. Не парьтесь, короче. Давайте зажигалку тогда. А это что за хрень? Это мы попробуем поджечь. Зачем? Зажигалка не надо. Ярослав тут, короче, хочет. Что это? Да, это газ портит. Ты будешь зажигать. О, классно. Да. Послушал. Вот так. Что за голос? Я не понимаю. Я тоже. Кто она? Давай, давай, потяни. Кучерявая какая-то. Это не мои, кстати. Это Юра. Но она не тянется, нормально. Шлюх. Никогда это не понимала. Блять, что это? Что я убил, блять? Да. Уходим? Да. Это благословение. Это что, вейп вообще? По-моему, да. Огонечки. Только надо сейчас ребятам, девчатам объяснить, куда нам идти. Точнее, им. Барная линия. Что это? Почему мы туда идем? Выглядит, как будто там не вкусно. Как будто там подают разную хуйню. Морские закуски, почему сюда идем? На улице, под дождем. Да. Отличный план. О, какие... Не, как бы, нет, не значит поесть любой ценой. Не, мы может подождем, тут люди сейчас выйдут, короче, можно заходить? Юр, ну это провал. Давайте подождем. Да, мы займем здание, вызовем такси, под другое нормальное место, которое мы просто забронили. Вот которое все. Также... Можно не ходить под дождем? Занято уже сейчас. Не, ну блин, ну как бы найти... Что? Мы попадаем.
хочу платить, но я не хочу победы любой ценой. Я никому не хочу ставить ногу на грудь. Я хотел бы остаться с тобой. Зачем ты танцуешь под мои барабаны? Зачем ты поешь мою песню? Мне и так больно. Через дорогу ждала его сначала как волчица.